Здоровье и урожайность – два самых важных вопроса, которые интересуют садоводов в июне. Первый – не напал ли на наш участок, а точнее на наши растения, какой-нибудь вредитель. Ну, а второй – не поразила какая-нибудь болезнь. Вы смотрите программу «Удача на даче». Меня зовут Стас Волосников. Здравствуйте. Один из старых бабушкиных способов профилактики от вредителей – полив кустарников и деревьев из шланга по кроне. Помним, что не стоит увлекаться этим процессом и следим за силой напора, иначе можно остаться без урожая. Также таким способом мы удаляем некоторых вредителей, ну и даем дыхание растению через листву. Но стоит учитывать, многие старинные способы уже не столь эффективны. В магазинах сегодня есть широкий выбор фунгицидов, которые прекрасно проявят себя на ваших участках и обеспечат здоровое развитие посадок. В рубрике «Лунный календарь» мы расскажем о некоторых из них более подробно. Работа во второй половине июня сводится в основном к прополке, мульчированию, а также правильной подкормке. Напоминаем, июнь – последний месяц, когда вы используете азотные удобрения. Им на смену приходят кальций и фосфор. Почему? Все дело в вегетационном режиме растений. Цветение закончилось, впереди завязи плодов и подготовка к осени. Фосфор не только улучшает развитие плода, но и повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, такие как жара или холод, а также помогает развиваться корневой системе. Калий отвечает за устойчивость к переувлажнению либо засухе. Также оказывает выраженную устойчивость к стрессам. При этом мы рекомендуем вам использовать комплексные удобрения. Поверьте, реальный результат их применения не заставит вас долго ждать. А после вы уже от них никогда не откажетесь. Главный секрет. В холодную погоду подкармливать не рекомендуется. Корневая система не усвоит. Ну а в засуху также мы не советуем этого делать, потому что можно сжечь корневую систему.